Здравствуйте, мои дорогие. Я в детстве всегда все любил разбирать. И вот сейчас вот у меня в руках видеокарта. Вот она старая, таких карт уже нету как бы. Здесь нету особо даже никаких деталей. Здесь пару конденсаторов, там стабилизатор стоит. И маленький кулер такой. И главный чип, который он даже не прикреплен, а просто наглухо приклеен термопастой. Я думал, конечно же, конденсаторы мне пригодятся. В принципе, они мне не пригодятся. Поэтому я решил, что мне вся эта штука не нужна. Она, даже если она рабочая, то она уже, в принципе, никуда не подходит. Но есть одна штука, что меня заинтриговала. Это вот маленький кулер. Он такой живенький. Вот, и мне хочется его, короче, забрать. И вот я его отсюда аккуратненько изымаю. И, может быть, потом когда-нибудь вдруг мне понадобится. А такие маленькие кулера, они очень хорошо куда-нибудь подходят. Можно сделать даже вот. То есть как бы вот сам охладитель, просто наглухо термопасты там, и все, он уже несъемный, это все уже, так сказать, мусор у нас сюда отдельно ложим. Вот, нам это уже не пригодится. А сам кулер, он немножко грязный, конечно, но мы его почистим. Вот он такой красивенький. Если смотреть вот с этой стороны, чистый, он такой красивый. И вот он очень шустренький. Его можно использовать, у него есть 4 крепления. Можно сделать даже квадролетик небольшой, если есть еще таких 4, 3 штуки. Но суть не в этом. Если его аккуратненько закрепить, то можно на лодку сделать, она будет, лодка будет, как вот воздух будет гнать, и лодочка будет ехать. Ну, в общем, классная вещь, ее можно использовать по-разному. Даже можно не заморачиваться очень сильно, короче, вот иногда бывает просто вот работаешь за клавиатурой, за компьютером, и вот так прикрепил там, придумал как картинку маленькую, такой крючочек, и чик поставил, и будет воздух гонять, уже легче работать как бы за компом. Ну, очень такой компактный и очень привлекательный. На нем еще написано что-то такое Inno 3D типа вот. Прикольный. Конечно же, его надо почистить хоть немножко. Ну ладно, этим я займусь, наверное, позже. Но главное, что вот он. Его можно использовать, оставить, пригодится. Мало ли. И вот. Классный такой кулер маленький, да? Это, а? Вообще меня техника не перестает удивлять. Ладно, пригодится. Счастья вам, удачи. Пускай вам все, что вам надо, будет у вас. Все, что вы считаете, что вам пригодится, пускай вам пригодится. Все, что не нужно, лучше выкидывать. Я вот в этом году решил выкинуть все, что мне не нужно. Короче, мне много чего не нужно. Короче, много чего еще хочу что разобрать и все равно выкинуть. Но это будет в следующих роликах. Счастья вам, удачи. До скорой встречи. Пока-пока. Будьте счастливы.